Всем привет, друзья! Очень рада видеть вас в гостях на своем канале. И много комментариев было под влогом, где я показывала распаковку своих часиков. И уже, наверное, прошло недели две, и я готова рассказать вам о всех нюансах этих часов, потому что, сразу открою маленький секрет, эти часы мне очень понравились, и я нисколько не жалею, что я их купила. Поэтому давайте начинать, и я думаю, это видео будет точно полезным тем, кто ищет интересный подарок на Новый год, который будет приятен его получателю. Ну и вот таким образом выглядят мои часики. Сразу отмечу их стильный дизайн. Мне настолько понравилось, так красиво это смотрится на руке. Они практически невесомы, и моделька называется Tango Crest SW23. Металлический ремешок, который можно регулировать под свою руку в зависимости от вашей полноты. В этих часиках есть шагомер, счетчик калорий, также есть километраж, сколько я прошла дистанцию за сегодняшний день, измерение пульса, также функции измерения артериального давления, и да, они показывают количество кислорода в крови. Есть несколько спортивных режимов, можно настроить уведомления о сообщениях. Пришли ко мне часики вот в такой красивой коробке. Смотрится она настолько стильно, плотный картон закрывается на магнитную защелку. И все дополнительные характеристики также указаны на коробке. Еще мне понравилось, что они водостойкие, и даже если при мытье посуды попадет вода, и это не страшно. Часы работают 20 дней в режиме ожидания и 8 дней в режиме использования. И это действительно так. Я заряжаю их один раз в неделю. Это правда, очень удобно. Внутри коробки также еще находилась дополнительная инструкция, маленькая отверточка, если будет необходимость разобрать часики, а также зарядное устройство, которое вам покажу чуть позднее. Инструкция, как регулировать застежку, и хочу отметить, что на сайте представлено несколько вариантов часов в золотом цвете, серебристом, как у меня, и в черном. Приложение скачивается по QR-коду, также оно доступно для всех операционных систем, и подробное описание для каждой функции. Дополнительных функций тут много, можно настроить функцию автопоиска, секундомер, также можно сбросить часы до заводских настроек, все написано в инструкции, так что без проблем можно разобраться. Ну и вот таким образом выглядит зарядное устройство, оно компактное, при помощи USB входа подключается как к ноутбуку, также можно использовать адаптеры для зарядки от сети. Маленькая головка, при помощи которой осуществляется сам заряд, примагничивается к часам при помощи маленьких магнитов, и мне нравится, что нету стандартных разъемов, и при зарядке не будет ничего расшатываться, и контакт всегда будет надежный. И еще хочу показать, что при измерении пульса и давления срабатывает датчик с тыльной стороны часов. Это вот такая зеленая лампочка. В дополнительных функциях можно найти секундомер, и он настраивается очень просто. Все также подробно описано вот в этой маленькой брошюрке, и секундомер работает исправно. И хочу вам еще поподробнее показать само мобильное приложение, при помощи которого я пользуюсь и синхронизирую часы вместе с телефоном. Закачала я его просто при помощи QR-кода, быстро у меня все нашлось и установилось на мой телефон. Синхронизация производится посредством подключения через Bluetooth и занимает примерно максимум секунд 20. Вот все мои шаги, которые я прошла за сегодняшний день. Сразу же данные передались в приложение. Также при помощи приложения можно измерить пульс и измерить давление.
И посмотрите, что еще интересное показывает уровень кислорода в крови и степень усталости 34%. Это, в принципе, нормально. Для меня эта функция оказалась очень полезной и интересной. Также в приложении можно найти несколько режимов спортивных, можно настроить функцию оповещения о входящих звонках на телефон, о уведомлении, SMS-уведомлениях и уведомлениях различных приложений. Из самых популярных, которые мы используем в России, это WhatsApp, Twitter, Facebook и Skype. Можно также настроить будильник. Интересно, что это приложение можно синхронизировать с Google Fit. И многие меня спрашивали, зачем же я сплю с часами. А дело в том, что эти часы помогают мониторить уровень сна. И посмотрите, спала я этой ночью 5 часов 30 минут. Из них показывает, сколько период у меня занимал глубокий сон, быстрый сон, а также время пробуждения. И на удивление, утром у меня процент усталости был 44%, и за счет того, что я вставала часто, я утром чувствовала себя разбитой. Так что часы, в принципе, показывают довольно верную информацию. Ну и какой же итог? Своими часами я осталась очень довольна. Я рада, что я подсобирала денежку и сделала себе такой подарок. Да, заказывала я их по цене 3990 рублей. Заказывала 11.11 на всемирную распродажу. И безумно рада. Функционал отличный. На руке смотрится прекрасно, стильно. Счетчики работают все исправно, так что да, я довольна и считаю эти часы неплохим подарком на дни рождения, на предстоящий Новый год. И да, кстати, пока я монтировала видео и пробежалась по характеристикам на сайте, я заметила, что с 11 по 15 декабря у них опять будет проходить акция и будут скидки на эти часы и на многие другие товары. Так что, если вдруг вас что-то заинтересовало, на всякий случай ссылочку оставлю внизу в описании. Если для вас это видео было полезным и интересным, то поддерживайте его пальчиком вверх. Ну а на сегодня это все. Спасибо вам за внимание. До скорых встреч и пока-пока.